Когда речь заходит об инновациях, стартапах или современных разработках, нередко имеют в виду подмосковное Сколково. Но и в Ленинском муниципалитете есть образцовый технопарк М4, где ведут свою деятельность предприятия с высокотехнологичным производством. У них в гостях побывал глава муниципалитета Валерий Венцель, и с ним наша съемочная группа. Технопарк М4 расположен на территории городского поселения Горки Ленинский. На его создание ушло более 5 лет. Теперь он функционирует на полную мощность. А среди резидентов десятки предприятий различной направленности. Это вообще новое направление в России, технопарки. Обычно это были промзоны, доставшиеся нам от Советского еще Союза. Вот, это новое веяние. Мы поехали, съездили в Чехию, в Германию, посмотрели на их организацию, потому что придумывают свое. Достаточно сложно. И теперь вот предлагаем людям комфортное размещение. Это начиная от благоустройства, кончая объединенной системой безопасности. Бахилы, шапочка, халат. В таком одеянии глава муниципалитета и сопровождающие лица направляются вовсе не в больничное отделение. Предприятие «Твинстек» является крупным производителем косметических и парафармацевтических средств. Поэтому к чистоте здесь предъявляют повышенные требования. Общая площадь предприятия более 10 тысяч квадратных метров, численность сотрудников 158 человек. Компанию «Твинстек» в конце 90-х основала группа аспирантов химического и биологического факультетов МГУ, которые занимались изучением новых методов получения, очистки и выделения из растительного материала натуральных экстрактов. Сейчас фабрика выпускает более 400 видов различной продукции. Работаем с сетями, вот «Фикспрайс» большая сеть, работаем с «Перекрестком», с «Тандером». Следующим учреждением, которое посетил Валерий Венцель в технопарке М4, стала группа компаний АКС. Здесь требования к стерильности были меньше, но непосвященному человеку с первого взгляда было понятно. В этих кабинетах ведется серьезная научная работа. Предприятие специализируется на приборостроении и разработке технологий контроля состояния различных материалов. Наблюдает за, собственно говоря, результатом через видеоканал. И плюс параллельно ультразвуковая система, вот там вот решеточка между колес, вот она прижимается, и формирует ультразвуковые импульсы, которые используются для диагностики. В настоящее время рабочий коллектив группы компаний насчитывает более 100 человек, в их числе 2 доктора наук, 4 кандидата наук, более 50 инженеров и высококвалифицированных специалистов в различных областях. В 2016 году был отмечен 25-летний юбилей с момента основания компании. Экскурсию для Валерия Венцеля провел генеральный директор предприятия, доктор технических наук Андрей Самокрутов. Я вижу интерес, я вижу понимание и надеюсь, что этот контакт не будет последним. Я сформулировал некоторые проблемы, которые нас волнуют, и глава пообещал каким-то образом их решить. Рабочие поездки главы муниципалитета приурочены к 90-летию Ленинского района. На них он знакомится с трудовыми коллективами и производственными мощностями предприятий, награждает отличившихся сотрудников. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ.